Всем привет! Вот, купил еще такой сканер на 100 рублей. Это нам не интересно, что там. Сейчас мы посмотрим, что внутри него. Как обстоит оптическая система. Именно вот в этой модели. Вот так открывается. Здесь красное стекло. И вот. Вот, в принципе, вся оптическая система. Катушка индукции. Магнитик. Вот здесь стоит. А вот это фотодиод. Вот он. Фотодиод стоит. А вот это, как ни странно, лазерсом. Вот через эту щелочку светит лазер вот на это зеркало, вот на это, на маленькое, которое попадает на сканирующее зеркало. Здесь он, конечно, кучу резисторов, скорее всего. Можно что-то регулировать, это уже интересней. Так, как бы нам его включили бы, лучше бы. Здесь, кстати, аккумулятор содержится, но он севший, зараза. Пробуем все-таки. Как-то все. Миниатюра слишком сделана. Ну, блин, хорошо сидит, блин. Блин, откручишь. Настя завинтили. Специально, что ли? Наибольший геморрой составляло все это дело. То есть я хочу его. Там он так аккумулятор содержится где-то. Сейчас я эту херню сломаю. Припаяйте вот этот. Смотрите, как он хоть работает. Оптическую систему, можно сказать, показал. В общем, чую сделан с умом. Как сломаешь, блин. Вот что-то пошло откручиваться. Так, вот. И вот. Он другие правда на зарядку идут, а вот этот сам аккумулятор. Так вот, прикольный, бля. Сейчас мы его немного обманем. Второй правда. Представим тот, который нам больше всего симпатизирует. Ну, то есть вот этот. О, загорелся. Если загорелся, значит, что должно работать. Где он только вот. Зафурычил. Да, аккумулятор не стал отпасть. Я прям к проводам зарядки подцепил все это дело. Ну и вот, в принципе. Ну, фокусируйся. Нет, нет, лазер еще не светит. Оп, когда нажимаешь кнопочку,
вот это. На зеркало импульсы даются. Ну-ка, индукция наладается. Да, электромагнит включенный. Ну-ка, вот еще раз. Почему лазер не включается? А, во. Так он не зарядился еще. Потом, как это такой способ ему подачи питания некачественно. Еще раз. Пробуем подцепить к аккумулятору. Подцеплять нам, в принципе, нечем нифига, бля. Здесь подписано. Плюс-минус. Подписано. Ну и мы тоже так же. У нас тоже так же все просто. Плюс-минус-плюс. Так. Минус-плюс. Для начала надо посмотреть, сколько там аккумулятора. 3,7 вольта. Ну, у нас тоже 3,7. Надеюсь, ничего не бабахнет. Ну, можно жить и радоваться жизни. Блин. Трудно вот, конечно, поесть и снимать. Так. Поелся. Теперь тоже точно должно работать все. Просто заимбум было. Должен и лазер включиться. Ну. О, загорелся. Загорелся, ни хрена не яркий. Ну, что-то видно. Сейчас свет выключу. Покажу, как в темноте это дело работает. О, как ярко. На телефоне болеет. В телефоне просто вообще огонь, блин. Сюда. Телефон, блядь. Рукой легко останавливается. Вот так работает. Такая модель сканера. Так, ну что ж, пока всем.